Арсений, Арслан и Богдан появились на свет с разницей в минуту, но ждала их Алина Шигапова всю свою жизнь. Детей у нее не было долго, потому беременность оказалась очень радостным известием. О том, что в семье будет тройня, будущей мамы и папы узнали уже на первом УЗИ. У меня был шок, я просто лежала и улыбалась. У меня больше никаких эмоций не было. Шок был у мужа, да. Он долго молчал, сначала смеялся, потом не знал, то ли плакать, то ли что. Ну, ничего, вроде с эмоциями справились, самое главное, остальное уже впереди. О том, что мальчишки долгожданные, они, похоже, знают. Близнецы пока находятся в палате интенсивной терапии. Медсестра говорит, таких спокойных и послушных малышей она не видела давно. Роды были преждевременные, но дети родились с хорошим весом, все около 2 килограмм, что говорит, что это очень хорошо в этом случае. Многоплодная беременность в наше время не такая редкость. После внедрения технологий искусственного оплодотворения близнецы рождаются гораздо чаще. Если раньше в Нижнекамске тройняшки появлялись на свет один раз лет в 5, то сейчас практически каждый год. Но такие роды по-прежнему считаются сложными и требуют особого профессионализма со стороны врачей, которым Алина Шигапова безмерно благодарна. Хотела поблагодарить своих врачей, акушера, гинеколога Алсу Зинатовну, Татьяну Геннадьевну, анестезиолога, и Веру Николаевну Варламову, которая вела всю мою беременность. Сейчас Алина готовится к выписке домой. Из своих детей она надеется вырастить настоящих мужчин, которые будут любить работать и уважать старших. Евгения Горбакова, Евгений Лызаев, Новости НТР.